Бизнес-практика CMWP. По итогам первого полугодия можно отметить, что те тренды, которые мы наблюдали в прошлом году, продолжают оставаться активными и в 2023. Так продолжают развиваться проекты, связанные с жилым компонентом. Порядка 30% обращений наших заказчиков к нам связаны с этой функцией. В рамках выполнения льготы по смене вида разрешенного использования и создания мест приложения труда рассматриваются различные коммерческие функции. Это офисные проекты, торговые зоны, логистические, спортивные и другие многофункциональные пространства. Мы помогаем девелоперам в поисках креативных решений, которые позволяют не только решить вопросы создания мест приложения труда, но и создания эффективных и востребованных пространств. Второе – это проекты комплексного развития территории, долгосрочный тренд, который продолжает оставаться активным и востребованным. Промышленные зоны Москвы – это мощный резерв по развитию города. По данным правительства Москвы, порядка 17% территории старой Москвы относятся к такого рода зонам. И около четверти всей создаваемой недвижимости в Москве реализуется на таких территориях. Если говорить о долгосрочных трендах, интерес которых мы будем наблюдать, то это же, конечно же, сегменты городской логистики, технопарки, малое производство, многофункциональные, спортивные и образовательные пространства. Подробнее мы поговорим обо всем об этом на нашем мероприятии Market Beat, на котором мы будем рады вас видеть. Бизнес-практика CMWP.